Всем привет! Играем со Строгачом. На Строгаче был, не знаю даже кто, либо он сам, либо Гокила. Интересная карта нам попалась, 2 на 2. Вскоре немного. Все чаще можно меня встретить 2 на 2, так как из-за поставок появляются лишние бусты, которые я в PvP не трачу, оставляю на бои 2 на 2. Вот я, так, перейдем к бою. Пишу я, что Строгачу, что у Саважа нет флота. И сразу разведка нам докладывает, что фиолетовый у нас выходит в море, и скорее всего это линхи есть. Строгач у нас будет играть флотом, так как на карте на этой без флота никак. Я решаю выходить в вертексы. Буду как-то помогать Строгачу, чем смогу. Говорю ему, что нужно две верфи. Так, пока Строгач выходит во флот, его нужно как-то прикрыть сверху. Произвожу я Зевсов и сразу же отправляю наверх, чтобы его как-то прикрыть. Тем временем тут уже завязался морской бой. Ошибка Линха, наверное, в том, что он сразу же начинает производить Посейдонов. Посейдоны — это, как правило, штурмовой юнит. А штурмовать пока что тут нечего было. Одна-две торпедные установки всего лишь. Надо было производить ему только викингов. Так, пытаюсь я как-то его прикрыть, но с линхом постоянно очень большой пинг. Секунды две, наверное, 1-2 секунды. Летая, я тут попытался им помочь и только посливал вертексов. Производим Зевсов. Оранжевый, видим, что у нас наземка идет. Да, тут какие-то невнятные попытки. Строгач решил слить Зевсов. Так, я же пытаюсь. Тут залетел, разведал, что тут у фиолетового на базе. И решаю залететь к оранжевому. Вижу, что ПВОшек нету, и спокойно сношу заводы, стоящие сбоку. Один вертекс, как обычно, у нас улетает не знаю куда. Четвертый штаб у меня. Пока что производим чисто вертекс. Так, залетел я. Пробный залет к фиолетовому. Снес я ему одну электростанцию. Потерял два вертекса. И решил улететь. Копим сейчас 12 вертексов и уже будем что-то делать. Здесь у нас опять морское сражение.
Опять какие-то невнятные попытки у меня помочь ему. Сливаю вертексы от торпедки и от посейдонов. Здесь уже неплохая армия на дефе стоит. Строгач пытается пробить. Да, видим, что у синего викинга больше. Но тут торпедных платформ очень много. Тем временем оранжевый уже отстроил тут снова два завода. Да, тут на чисто русском негодую. Да, пытается он чуть-чуть вертексов. Вот оранжевый залетел, разведал мою базу. Тоже выходит вертекс. Продолжаем производить вертексов. Строгач уже с трех заводов викингов производит. Без посейдонов правильно делает. Викинги тут намного нужнее будут. Так, сношу 4 ПВОшки. 12 вертексов залетело. Сразу же строй двор, чтобы он дольше отстраивался. Теряю я тоже так нехило. Оранжевый у меня выбивает половину моих вертексов. А фиолетовый тоже выходит в авиацию. Строгач опять делал какие-то непонятные телодвижения. С Зевсами зачем-то поехал. Так, я же сношу авиазаводы. Электростанцию снес. Скажите, вот зачем он едет сюда с Зевсами своими? Я пытаюсь его задефать от оранжевого. Не знаю. Так, вот у него до третьего уровня верф. Тоже делает посейдонов. Вот сейчас как самое время производить посейдонов, так как у противника уже есть авиация. Так, я же стараюсь мешать фиолетовому. Авиация нам его не нужна, так как авиация 26 уровня. Так, предполагая, что у оранжевого давно не слышно было, и предполагая, что у него уже луч. И до сих пор я не понимаю, у оранжевого база намного больше. Сомнения меня взяли, что за оранжевого все-таки играет Саваш. Может быть, линк. Так, взлетаю, сношу авиазаводы. Строгач производит у нас... Флот. Надо разведать оранжевого, посмотреть, что у него. Давно его не видно. Он тоже меня проверил, нет ли у меня тут ядерки. Так, снова сношу авиазаводы. Да, теряю очень много вертексов. До сих пор не разведал базу оранжевого. Очень опасно, никогда так не делайте, всегда разведайте. Да, вот он разведывает базу строгача тоже. Так, вот я наконец полетел разведывать. 23 минута. Пятый штаб. Да, и уже заряженный луч. Заряженный луч. Они тоже догадались, что синий, скорее всего, это строгач. И ядерка, вероятнее всего, полетит в него. Да, вот луч, и он решает снести флот. И удачно промахивается и сносит всего лишь одну верфь. Я же здесь сношу ему ядерку. Луч, точнее. Теряя большую часть вертексов. Нехилая база такая уже у оранжевого.
у нас морское сражение. Очень большое количество флота. Оранжевый у нас идет наземкой. Я тут немножко недоконтролил зевсов. Отправил их не на патруле. И потерял большую часть. Строгач пробивает оранжевого. Так как фиолетовый потратил все ресурсы на авиацию, на постройку авиазаводов, и флота практически не было для дефа, что я и хотел добиться. Сейчас я произвожу авиацию, чтобы добить оранжевого. Снова у него ядерка уже заряжается, но стрельнуть он не успевает, я ему ее сношу. Тут уже понятно, что мы выиграли. Добиваю я оранжевого. Ставим тут дельта ставят для того, чтобы видеть, отстроит оранжевый штаб или нет. Ну и там стрягач уже дальше он решает бомбануть его ядеркой. Вскоре. До сих пор мне не верится, что фиолетовый это не линг, так как он странно очень сыграл. Ждем удара ядеркой. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем удачи.